Сегодня в этот праздничный день, в преддверии Пасхи, я хотел бы проповедовать на такую тему, она будет называться немножко необычно, апгрейд отношений с Богом. Апгрейд – это обновление, обновление отношений с Богом. Знаете, сам, сами эти пасхальные дни, сам праздник Пасхи – это такой символ обновления – это был символ обновления для Израиля, обновления отношений с Богом. Это, был, это было обновление отношения Бога со своим народом. Бог пришел и сказал, мои отношения с вами переходят на другой уровень. Я хочу обновиться в том, чтобы вы знали меня ближе, в том, чтобы мы были ближе с вами. Знаете, обновление, оно так или иначе преследует нас и все сферы нашей жизни, даже все наши гаджеты сегодня современные. Я думаю, вы со мной согласитесь, вам периодически приходит загрузить обновление. Обновление, обновление. И если мы его не загружаем, через какой-то период времени этот гаджет начинает работать все медленнее, медленнее, медленнее. И проходит какое-то время, и он перестает работать. Поэтому обновление – это такая неотъемлемая часть нашей сегодняшней жизни, в которой мы должны двигаться. И сегодня я хотел бы поговорить об очень важной сфере нашей жизни, которая также требует обновления, обновления наших отношений с Богом. Знаете, может быть, вы давно в церкви и эти отношения уже превратились в такую в повседневность, в хождение, в повседневное хождение перед Богом. Но сегодня я верю, что мы сможем обновиться в таких главных сферах нашего хождения перед Богом. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха буду читать. «Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Ифагию, горе Илионской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите его ко мне» если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажи через Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и приступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх них. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Асана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Асанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей. Народ же говорил, сей Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Знаете, я не знаю, как для вас, но для меня эта история выбивается из всего контекста того, что написано об Иисусе. Иисус никогда старался не привлекать к себе внимание. Он всячески, он исцелял больных и говорил никому не говори, не показывайся. Когда его хотели э -э, пригласить куда-то, он говорил нет и удалялся в... в, в в уединение. Но эта история, она как будто кричит, и как будто Иисус здесь говорит, послушайте, обратите внимание, сейчас будет происходить нечто очень важное. Здесь будут заложены какие-то очень важные принципы. Между прочим, эта история одна из немногих, которая описана во всех четырех Евангелиях. Эта история описана всеми Евангелистами. И поэтому она очень важна сегодня для нас. И первое, первый пункт, он будет называться «обновиться в доверии». Обновиться в доверии. Знаете, я думаю, вы со мной согласитесь, любые отношения, любые отношения в семье, с друзьями, любые взаимоотношения основываются на доверии. Как только пропадает доверие в взаимоотношениях, взаимоотношения начинают разрушаться мы начинаем не доверять, мы начинаем подозревать, мы начинаем сомневаться, а может, а не может, и любые отношения начинают разрушаться. И знаете, в этой истории, я думаю, вы тоже обращали на это внимание, Иисус говорит сделать очень необычную, казалось бы, очень простую, с одной стороны, но очень необычную вещь. Говорит, пойдите в селение, найдите там осла, и приведите его ко мне. И при том, что Иисус не говорит ученикам, я пойду с вами, и если возникнут какие-то трудности, я там ну, за вас все решу. Он просто говорит им, как сделать, если возникнут какие-то трудности. И знаете, я... Вот думаю, ученики, они ходили с Иисусом, они видели, как Он воскрешал, они, были, они научали, научились доверять Ему в шторме, в бурях, они научились доверять Ему в разных безысходных обстоятельствах, когда Он мертвых воскрешал. А вот у меня возник вопрос: а легко ли доверять, когда у тебя есть выбор? И знаете, я понял одну простую и очень глубокую вещь для себя. Наше доверие Богу должно основываться не на отсутствии выбора. Потому что когда ты в шторме и у тебя нет другой надежды, кроме как на Бога, то ты, в принципе, особо и не выбираешь доверять или не доверять. Как говорят, что когда начинает трясти самолет, молятся даже атеисты. Все верующие становятся резко. А вот вопрос, доверять Богу, когда у меня есть выбор. Когда Иисус говорит, не совсем понятно, пойди туда и сделай вот это. Научиться доверять Богу не в стесненных обстоятельствах, а научиться доверять Богу во всех сферах нашей жизни. Это и есть искренние, настоящие взаимоотношения с Богом. Знаете, мне недавно один брат напомнил историю. Я ее уже давным-давно забыл, а он напомнил. Он приехал к нам на реабилитацию года 4 или 5 назад, я уже не помню. Из маленького города, вообще там, ну, издалека, преиздалека. И вот он прошел реабилитацию, все нормально у него было. И... Ну, вы понимаете, человек из, далё... из дальнего города, здесь в Киеве ничего нет, особо перспектив никаких нет, э -э 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 <initiation> проще уехать туда. А тем более оттуда родственники зовут, давай, приезжай сюда, тут все будет, тут все настроено, тут все налажено, тут все понятно, а там непонятно ничего. И он пришел ко мне с такими сомнениями. И он говорит, пастор, что мне делать? Ну, вот, ну, как бы... Там все понятно, тут ничего не понятно. Я, ну, хотел бы, наверное, уеду. И я ему тогда сказал такие слова. Я говорю: "Послушай, доверь Богу, доверь Богу год своей жизни, и ты не разочаруешься. Вот через год, если в твоей жизни ничего не поменяется, то делай, как, как, как знаешь". И знаете, он говорит: "Хорошо, я принимаю это". На сегодняшний день это благословенный служитель, это один из пастырей, это успешный, хороший семьянин. И я понял, знаете, одну простую вещь. Чем больше я доверяю Богу, тем Бог больше может доверить мне. Чем больше я доверяю Богу мою жизнь, тем больше Бог может доверить мне. Без моего доверия к Богу безапелляционного, безоговорочного, когда я доверяю все сферы моей жизни и знаю, что Он приготовил для меня лучшее. Я знаю, что Он приготовил для меня лучшее. Может быть, я его не вижу, может, я не понимаю, как это будет в перспективе, но я доверяю Ему абсолютно все. И тогда Бог начинает доверять мне больше. Знаете, место Вифагия, это было... Место, из которого начал Иисус путешествие в свой вход в Иерусалим, это было место, где некоторое время назад была потеряна всякая надежда. Место в Ифаге, это было место смерти Лазаря. Там умер Лазарь, и без Бога там не было никакой надежды. И знаете, Бог сказал мне в сердце: вернись вернись туда, где без меня не было никакой надежды. И ты научишься доверять ей по-настоящему. Если я воскрешал из мертвых, если я поднял тебя, если я спас тебя, неужели ты сейчас не можешь довериться мне? Может, в вашей жизни сейчас какое-то обстоятельство, знаете, вы стоите на раздорожье. И это такой неочевидный выбор. И вроде как бы нет выбора между грехом и Богом. Это очевидно. И тут как бы очевидно, что выбирать. Выберите сторону Бога, и вы не разочаруетесь никогда. Научитесь Ему доверять. И мы идем дальше. Следующий пункт моей проповеди, он называется обновиться в служении. Знаете, я думаю, служение, как и любая сфера в нашей жизни, если ее не обновлять, и если в ней не обновляться постоянно, она рано или поздно превращается в рутину. Ты просто год за годом, день за днем делаешь одно и то же, и оно как бы уже так приедается, и уже как бы уже не так оно тебя вдохновляет, уже не так ты прямо бежишь, уже не так ты всему рад. И знаете, и на мой взгляд, разорвать эту рутину – избавиться от этой рутины можно одним простым способом. Но этот способ мы должны применять не только там перед Пасхой один раз в год. Этот способ мы должны применять постоянно. Я прочитаю, я обратил внимание на одну очень важную, на мой взгляд, вещь. Не знаю, обращали ли вы внимание, я прочитаю несколько стихов сказав им, пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав его, приведите ко мне. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх них. Вроде бы ученики сделали все точно так, как сказал Иисус, да? Но я обратил внимание на то, что они сделали немножко больше того, о чем их просили. Они сняли свою одежду и постелили на осла, на которого должен был сесть Иисус. Их никто об этом не просил. Я хочу, чтобы мы понимали, мы можем сказать сегодня, ну, одежду сняли, прямо такая жертва. Я хочу, чтобы мы понимали, тогда одежда это была жертва. Это не просто снять футболку и пойти себе купить завтра новую. Одежда ⁇ это была жертва. Так вот я хочу сказать сегодня, обновиться в служении нам поможет наше посвящение. Когда мы делаем немножко больше того, чего от нас ожидается. Когда мы идем немножко дальше, чем мы должны пойти когда мы ставим немножко большие цели, чем мы ставили до этого. Это поможет нам обновиться в служении. Когда мы делаем ровно то, что мы должны делать, рано или поздно результат, которого мы достигаем, он становится меньше, 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 меньше и меньше. Но когда мы ставим для себя большие цели, и когда мы говорим Богу, Господь, я готов сделать немножко больше. Знаете, Иисус, направившись в храм, хотел навести там порядок, и Он говорит, ребята, Он пришел в храм и говорит, у вас здесь не порядок. Храм – это служение Богу. Вы начали строить свое служение – на своих аргументах вы начали торговаться с Богом. Вы стянули туда ряды и начали торговаться с Богом. Но Бог, приведя Иисуса в храм, показал, я готов отдать более совершенную жертву, чем можете отдать вы. И когда наше служение строится на основании жертвы Иисуса Христа, не на наших достижениях, не на том, что у нас есть. Не на, не на том, к чему мы пришли или можем принести Богу. Бог, я же тебе отдал столько, так ты мне ж теперь, как бы, ж, ты же помнишь. Когда наше служение строится на том, что сделал Иисус, и все наше служение направлено на то, чтобы привести людей ко Христу, оно всегда будет успешным. И последнее, о чем я хотел бы сегодня сказать, обновиться в хвале. Знаете, я думаю, вы тоже замечали это. Такой поразительный контраст в этой истории. Люди славят Бога, кричат ему, Асана, мы так ждали тебя. Мы так ждали этого момента, когда ты придешь. Проходит несколько дней, и они уже кричат, распни. Эти же люди через несколько дней кричат «распни». Знаете, я понял очень важную вещь для себя. У Израиля, у Израиля, на момент, когда Иисус пришел в Иерусалим, у них были отношения с Богом. Они знали Бога, они поклонялись Ему, они приносили Ему жертвы. Но эти отношения были построены на собственных ожиданиях. Они ожидали от Иисуса как он должен прийти, что он должен сделать. Он должен решить их отношения с Римом. А Иисус пришел и говорит, у вас проблемы не в отношении с Римом, у вас проблемы в отношениях с Богом. И я пришел навести в этой сфере порядок. И знаете, я понял, когда наши отношения с Богом строятся на наших ожиданиях, рано или поздно в нашем сердце начнет звучать слово «распни». Наши отношения с Богом должны строиться на том, что Бог ожидает от меня, а не на том, что я ожидаю от Бога. Мы должны хвалить Бога и приходить и задавать вопрос, Господь, чего ты ожидаешь от меня? И знаете, мы в этом хождении перед Богом очень часто вы вспомните, вот кто долго в церкви, вы вспомните, как мы радовались простым вещам. Когда мы приходили к Богу, и простая какая-то вообще элементарная вещь, она вызывала в нас столько эмоций, столько благодарности, столько хвалы для Бога. Господь, спасибо тебе, я сегодня живой. Ну, проходит какой-то период, и знаете, мы уже как бы уже навидались с Богом. И ты приходишь, а ну-ка Бог, давай, удиви меня сегодня. И когда Он не удивил тебя, когда Он не сделал ничего такого, что ты ожидал от Него, в нашем сердце начинает звучать вот это распни. Распни это когда мы начинаем сомневаться в том, что Бог есть Бог в нашей жизни. И я хочу поделиться очень важным откровением, пока в твоем сердце и в моем сердце. Будет звучать хвала в нем, не будет места слова распни. Там просто не будет звучать никогда распни, пока ты будешь хвалить Бога. Еще одна очень важная мысль, которую я хотел бы сегодня поделиться. Иисус въезжает в Иерусалим навстречу огромным трудностям, навстречу предательству. На встречу плевкам в лицо, навстречу распятию, навстречу страшной смерти. Но Он делает это с хвалою на устах. Он славит Бога еще до совершения самой победы. И знаете, я понял очень важную истину. Наша хвала прокладывает дорогу победы в нашей жизни. Может быть, ты сегодня не видишь победы в своей жизни. Начни хвалить Бога. Послушайте, хвала, которая была на устах, она принадлежала не трудностям, она принадлежала Богу, который стоял за трудностями. И на, мы должны научиться. Это не, я сегодня не говорю о том, что мы должны прийти и сказать, Господь, спасибо тебе за то, что я заболел. Но мы должны, когда мы заболели, прийти и научиться говорить, Господь, спасибо за то, что ты меня исцелишь. Мы должны научиться смотреть дальше трудностей и хвалить Бога за ту победу, которую Он нам приготовил. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы помолимся и мы попросим, чтобы Господь обновил сегодня, обновил наши отношения с Ним, обновил наше хождение, обновил нас в доверии, обновил нас в хвале. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты пришел в нашу жизнь, Боже, и полностью преобразил и изменил ее. И мы молим и просим Тебя сегодня. Господь, обнови нас в хождении перед Тобою. Научи нас доверять, как малые дети доверяют своим родителям. Боже, мы знаем, Ты ведешь нас в лучшую землю. Может быть, мы не понимаем еще всего, Боже но мы знаем, Ты приготовил для нас лучше. Отец, мы молим и просим, обнови нас служение, и пусть наше служение, оно не будет рутиной, мы хотим сегодня пойти дальше. И мы хотим сегодня спросить у Тебя, чего Ты ожидаешь от нас, Господь? Мы открываем свои сердца, и мы хвалим и славим Твое святое имя. Может быть, сегодня мы не видим победу, Боже, но мы знаем, она уже приготовлена Тобою для нас. Мы благословляем, Боже, Твое святое имя. Мы надеемся и уповаем на Тебя. Мы благословляем все эти нужды. Мы благословляем каждую записку, которая написана в этой корзине, Боже. Мы благословляем людей, которые сейчас болеют, находятся в какой-то нужде. Мы благословляем наших родных и близких, которых еще, которые еще не спасены. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. И мы молим и просим Тебя, Господь, гряди в нашу жизнь, гряди в жизни этих людей, гряди, Боже, в судьбы этих людей. Мы благословляем все эти нужды. Я хочу совершить еще одну молитву с теми людьми, которые пришли сегодня первый раз. Может быть, вы пришли не первый раз, но вы ни разу еще не молились молитвой покаяния к Богу. Может быть, вы молились, но по каким-то причинам вы отступили. Я хотел бы сегодня увидеть вашу руку. Если вы хотите сегодня совершить молитву на том месте, на котором вы есть, поднимите вашу руку. Я вижу вас. Слава Богу. Видим вас. Видим вас. Слава Богу. Знаете, сегодня лучший день обновить отношения с Богом. Я попрошу вас повторить за мной эти слова, пусть они звучат из вашего сердца. Господь Отец, я прихожу к Тебе и прошу у Тебя, прости мне мои грехи, вольно и невольно мною содеянные. Иисус, я открываю свое сердце для Тебя и прошу, приди в Него, измени мою жизнь, преобрази мое мышление, я посвящаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие те, кто покаялся перед, после служения, здесь перед сценой будут стоять наши пастора. Мы хотим с вами познакомиться поближе, вручить вам подарки. Подойдите на 2-3 минуты, мы познакомимся с вами. Пусть Бог благословит вас.